В Люберецкой областной больнице открылось новое отделение сосудистой хирургии. Теперь врачи проводят операции на магистральных сосудах, которые позволяют спасти жизни. История болезни одной из первых пациенток в нашем следующем сюжете. Нет. Можете потихонечку вставать. Джульетта Нанабашвили уже попрощалась с жизнью, когда экстренно попала в Люберецкую больницу с инсультом. Врачи нормализовали ее давление, но после проведения МРТ стало понятно, пациентке все еще угрожает опасность. Для дальнейшего обследования и лечения ее направили в новое отделение сосудистой хирургии. Мне сказали, что у меня закрыта сонная артерия. И сюда я попала, мне сказал невропатолог, где я лежала с инсультом в этой больнице, что здесь есть хорошие врачи. У меня не болит голова, болела головная боль, особенно вот в этой области, в области затылка. Потом шум в ушах был. Спасибо врачу, который прооперировал меня. Я даже не думала, что буду жива. Во время операции выполнили надрез в левой половине шеи для обеспечения доступа к пораженному участку. Выделили сосуды сонной артерии из мягких тканей и удалили бляшки, чтобы нормализовать кровоснабжение. Затем врачи выполнили пластику внутренней сонной артерии. У нас проводятся практически все виды операций на магистральных сосудах. То есть это каротидная эндартректомия, это бедренно-подколенное протезирование, шунтирование. При необходимости мы подключаем эндоваскулярных хирургов, где проводится и путем прокола, операции стентирования, баллонной ангиопластики и так далее. Удаление вен, ну и в принципе все виды сосудистых операций, которые они есть. Таких пациентов, как Джульетта Нанабашвили, много. Это люди с поражением магистральных артерий. Около 80% летальности связано именно с такими диагнозами. Благодаря открытию отделения сосудистой хирургии, люберецкие врачи могут спасти еще больше жизней. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ. Спасибо, спасибо. Попробуйте, давайте пройдите самостоятельно, чтобы я тоже мог оценить вашу...